Привет-привет! Вы на канале Наталья Life Lock and Travel. И мы вещаем с острова Ланзаротте. Сегодня у нас 24 декабря, пятница. Начнем с хороших новостей. Хочу всех поздравить с Рождеством. А также у меня сегодня день рождения. И мы решили сходить в какой-то ресторан. Дети выбрали пиццерию. Так, сегодня с утра нам пришло письмо счастья. Пришла смс-ка от нашей компании. Сегодня на острове Ланзаротте вводят режим масок. А еще нужны ковид-пассы, чтобы зайти в рестораны, магазины. Не знаю, про магазины точно не помню, но спортивные залы и рестораны. В общем, ковид-пасса у меня нет. Я прилетела сюда по тесту, который уже давно закончил свое действие. Поэтому будем сейчас проверять, насколько соблюдаются правила. Попробуем зайти в пиццерию. Так, пойдем в эту пиццерию. Посмотрим сейчас. Так, ну что ж, зашли мы в ресторанчик, в пиццерийку. Никто ничего не спросил. Или правила еще только-только ввели. Или они просто забивают на это. Так что ничего страшного. А я все переживала, что нас не пустят в ресторан. Вот такой красивый вид у нас на променад, по которому мы вчера гуляли. Сидим и любуемся на море. Так что будем сегодня отмечать мое день рождения на Канарских островах. А вообще нам сегодня повезло. Погодка отличная. Обещали 4 дня плохую, но нам повезло. Копей из банки. Нам очень повезло. Погода супер. Посидим в ресторане, погуляем. В общем, будем сегодня развлекаться. Надо еще масочки купить, заканчиваются. Не хватило пачки масок на 3 недели. В общем, Доминик уже изнывает. Прошло 3 минуты, он уже орет, где пицца, привыкли ходить на нашу инклюзию, пришел, накидал и поел, в общем, да. Так, сидим и ждем, и ждем, и ждем, и Доминик и ноет, мои бедные изголодавшиеся дети. Какой сегодня классный день. Народу на пляже куча. Погодка супер. Подарочек мне на день рождения. Просто куча народу. Куча народу. Помощник, а сколько я захочу? Нереально красивый вид. Эти горы просто нечто. Так, решили мы еще после обеда помочить ножки. Нереально много народу купается сегодня. Да, да. Очень много народу купается сегодня. И дети, и взрослые. Пойдем, короче. Подожди. Нет, нет, Доминик. Ой, холодная какая вода. Холодная? Нет, не ходи туда дальше. Да, водичка холодная. Она сейчас придет сюда. Очень холодная водичка. Но люди купаются. Потому что этот бэйбис умеет плавать, а ты еще не ходил в школу плавания. Сегодня пляжик просто весь забит. Все, большая волна идет. Ой, холодно. Ну, приятная холодная. Не ледяная холодная. Может быть, потому что просто жара. В общем, кайфушки-кайфушки. Приятненько после ресторанчика зайти помочить ножки.
Сегодня очень классная погода. Я буду тут бегать! Тебя тут они не несет! Ой, как насокатило большой волной! Обидеть!